Теперь я перехожу к демонстрации уже методик, которые позволяют быстро. Вот теперь слушайте внимательно. Конечно, я обращаюсь в первую очередь к новеньким, но если у кого-то из вас будут эти проблемы, я покажу на вас. За эти годы оказалось, и практика огромная, что если вы будете выполнять то, что написано в паспорте, а в паспорте есть раздел, как ими пользоваться, и там сказано в пункте 2, приложить к проблемному месту и периодически перемещать туда-сюда. Менять местами. Так вот, если это делать очень быстро, то эффект будет наступать очень быстро, а именно в 100 в тысячу раз быстрее. И появилась возможность демонстрировать и, собственно, убирать проблемы очень быстро. Сейчас я вам расскажу, что и какими корректорами можно быстро убирать, а после этого начну это вам демонстрировать на вас же. Итак, опухоли любой природы, отеки, вздувшиеся лимфоузлы и узлы на щитовидке. Если мы машем 15-м, в паспорте этого нет, на 15-й в паспорте его омолаживают, и он в самом деле омолаживает. Но оказалось, что если вы берете 15-й домик из трех любых, то есть в руку 15-й домиком усиливаем и машем, например, узлы на щитовидке. Но как машем? Правильно машем. Вот так неправильно, так все равно, что приложили. Вот так неправильно, все равно, что приложили, с большой амплитудой. Или вот так, без разницы. Что важно? Есть воздействие? Нет воздействия. Есть воздействие? Нет воздействия. Понятно? Как в анекдоте, когда двое полицейских едут в машине, и один говорит другому, посмотри, мигалка работает? Тот высунет, работает, не работает. Что не все улыбаются. Я иногда шучу. Вот так. Вы поняли? Да. Или если опухоль в груди, так неправильно. И так неправильно. Вроде машете. Вот. С большой амплитудой, с большим замахом. Повторяю. Опухоли любой... Ну, если они не прощупываются, они тоже будут входить. Но это вам УЗИ надо делать, понимаете, да? Или томограмму. А я имею в виду, что сейчас, если у кого-то из вас есть отеки, опухоли, узлы на щитовидке, вздувшиеся лимфоузлы, которые видны или прощупываются... Я на вас это покажу. Первое. Второе. Любые проблемы с позвоночником или суставами. Сколиозы, болезнь Бехтерева, перелом компрессионный, смещение позвонков, грыжа шморга и так далее. Любые проблемы с позвоночником. Номер 10, да? Десятка с домиком. Если есть кому махать, он вам машет сзади, но я придумал, как махать самому спереди. Смотрите, если вы машете одним корректором, излучение от него идет вглубь тела на сантиметр-полтора. Поэтому, в принципе, глазки, кожные проблемы можно одни. Когда мы машем домиком, излучение от домика идет вглубь тела на 5-7 сантиметров. То есть можем уже с органами работать. А когда у вас домик с крышечкой, я это так называю, то он усиливает этот домик, этот корректор так, что его излучение проходит сквозь все тело. Поэтому вы берете десятку, здоровые суставы, машете от макушки до, я это называю, ниже попы, то есть полностью руку разгибаете, чтобы весь позвоночник, 10-15 раз так и 2-3 разика вот так змейкой. 10-15 раз так, 2-3 разика змейкой. И вы воздействуете спереди на позвоночник. Если у вас проблема с почками, вы берете корректор не фрит специализированный и спереди домиком работаете с почками. Если у вас нерв ущемился, да, там прихватило, вы берете девятку, берете домик и спереди работаете с этим ущемленным нервом. Итак, позвоночник, сколиозы, повторяю, хруст шеи. Как это называется? Любят у нас это слово. Со спиной. Остеохондрозики. Любые проблемы с позвоночником. И суставы. Любые проблемы с суставами. Косточки, коленки, тазобедрие. Слушайте, у меня есть отзыв. У женщины такой коксартроз, что у нее инвалидность. То есть боли, палка. И подруга говорит, положи десятку в карман. Ну, просто носи. Проходит год. Она идет подтверждать. Знаете, в ТЭК? Если у тебя ноги нет, ты каждый год должен показывать, что у тебя нога не выросла. То есть каждый год люди подтверждают инвалидность. И вот она приходит,
Там смотрят снимки и говорят, какой коксартроз? Вам кто поставил инвалидность? У вас же ничего нет. И с нее сняли инвалидность. И она закатила жуткий скандал подруге, вместо спасибо обвинила, что она потеряла деньги. Но это год. А когда мы машем домиком с десяткой, что происходит? Боль уходит, ситуация улучшается, но, чтобы вы понимали, мы-то помахали. Но для того, чтобы проблема полностью ушла, нужно начать пить воду и носить десятку, ну, хотя бы на теле. В принципе, лучше на том месте, но хотя бы на теле, чтобы полностью проблема ушла. Та же косточка, человек машет, и палец начинает, он же всегда изогнут, поворачиваться потихоньку на место, а косточка меньше, мягче, меньше, мягче, меньше, мягче, меньше, мягче. Поэтому, если у кого-то суставы, позвоночник или косточка, я покажу на вас. Дальше что можно показать? У вас косточка? Спина болит? А диагноз какой? Здрасте. Слушайте, 52% россиян не ходят к врачам. А зачем? Там толку мой. Начинается. Цитирую Кольцова. Корректоры не медицина, они ее дополняют. И вы, говорит Кольцов, никуда без диагноза. Ну хотя бы знать, где махать. И от чего махать. Еще раз, боль любой, послушайте, боль любой природы вы уберете быстро. Вопрос? После укусов насекомых бывает остается твердость там под кожей. Шишечка. Шишечка. Да, опухоли, считаем, что это опухоль. Покажу. Берете 15-ю, домик, воду выпили. Да, все, что я говорю, внимание, без воды не работает. Будете все пить по 4-5 стаканов воды. Вот у меня вышла женщина, послушайте, сейчас, с косточкой. И, то есть, поднимается в начале лекции и говорит, вот я у вас месяц назад купила десятку, я купила ваш приборчик, который вращает, чтобы сильнее. Месяц работала и ничего не изменилось. И тут все так новенькие на меня косятся. Это что ж за компания, слышите? Что продается, что ничего не помогает. Говорит, так, лекция потом, выходите, будем разбираться. Сколько вы весите? Говорит, 50 килограмм. Сколько вы пьете воды? Дело в том, что если не пить нужное количество воды, корректоры могут вообще не сработать. Потому что кровь густая, вязкая, там нечему работать, понимаете? И она начинает. У меня была операция на желудок, он у меня маленький, я не могу пить много воды, говорю, сколько вы пьете? И оказывается, что при норме 1,5 литра, она пьет стакан в день. Все, она закислена. Поэтому оно и не сработало. Я ее заставил выпить 7 стаканов. И она у меня махала, и косточка исчезла за 1,5 часа. Ну, она исчезла, потому что она месяц махала. Там все-таки что-то происходило. Но вот для зала и для нее. И она оказалась женщиной с юмором. Она написала мне отзыв, который начинался словами. 30 лет выращивала подагровую косточку. И пишет, что купила месяц это, не пила, потом выпила, помахала. И она пишет, я выпила 7, прописью 7 стаканов воды, и опять в скобках, я в жизни в день столько не выпивала. А тут подряд. И все, косточка ушла. Поэтому будете пить и махать. Дальше. Так, кто-то еще руки поднимал, что-то хотел сказать. 1,5 часа махать, что ли? Нет, это она 1,5 часа махала. Потому что она сказала, что не помогает. Внимание! Я приехал не для того, чтобы кому-то убирать косточки. Если бы я ездил убирать косточки, я бы не делал этого бесплатно раз. Во-вторых, я хочу тем, у кого они есть, показать, что они могут начать уходить. Вот моя цель. То же самое с опухолями, шишечками и так далее. Вопрос. Когда? Сейчас я объясню. От тесной обуви палец большой на ноге поворачивается и вырастает шишка, сустав. И некоторые женщины называют это косточкой. Так, еще раз. Нейропения на фоне приема лекарств. То есть ощущение вот это вот. Покалывание? Да, хуже даже еще там. Видите, как на холоде. Руки и ноги. И много лет не проходит. Нет, это еще как бы только вот. Ну, смотрите, я бы дал помахать девяткой. Если не помогает, взять золотой и обращаться, как проверить, нет ли воздействия. Так он, посмотри, он держит в руках. Девочки, вот домик. Вот домик держит в руках. Вот, смотрите, а крышечку покажите, как вы держите. Ну, покажите. Посмотрите. Это крышечка, я это называю крышечкой. Домик усиливает тот, который в руке. Усиливает. Поэтому он из любых.
Понятно? А крышечка это десятка или пятнадцать. Да, да, десятка, пятнадцать. В зависимости да, от того, да, что да, нужно. Да, совершенно. Дальше. И делать большие такие вот размашки. Ну, с большой амплитуды. Ну, так совсем не надо, но не вот так. Дальше идем. Что я могу вам быстро показать? Как уходят, как заходят вены. Звездочки уходят. Как уходят кожные проблемы. Это вообще невероятно. Дерматиты, нейродермиты, псориазы, рожистое воспаление кожи, язвочки, язвы, трофические язвы, укусы, порезы, ожоги, грибок. Вот все, что с кожей, все, что на коже. Невероятно. Не машете девяткой, лучше... А? Не возвращаются. Смотрите. Это демонстрация. Для того, чтобы не вернуло, нужно носить на себе, нужно пить воду, пить антипаразитарку, убирать воздействие. Угу. Я пока демонстрирую. Варикоз тоже девятка, да? Варикоз, да. Но учтите, если у вас вена вылезла, вы помахали, она залезла, это еще ничего не значит. Дело в том, что кошмар со всеми венами. Это просто это вылезло. Да. Поэтому надо, уж вы-то убрали, конечно, это приятно, что ничего не торчит, но надо девятку носить, воду пить, прокачки делать, воздействие убирать, то есть пользоваться правильно и грамотно. А так да. Дальше. Значит, кожный я сказал, слух. Тоже девятка. Причем слух. Половина людей, которые выходят, чтобы проверить слух, как я проверяю? Человек стоит, я отхожу на шаг и спрашиваю, слышно или нет, шепотом. Ну, когда не слышит, ты на шаг отошел, он уже не слышит. А в половине случаев зал смеется, почему? Вот... Он стоит тут, я отхожу до противоположной стены, говорю, слышно, он слышно, слышно, слышно. Хихикает, ничего смешного нет. У половины людей происходит следующее. Из-за того, что плохо снабжаются мозг кровью, сосуды плохо работают, он не различает слов и думает, что он плохо слышит. Ухо-то работает. В чем разница? Если это слух, мы машем ушко. Девятка тут. Тоже. Девятка, девятка. Улучшаем кровоток. Если это сосуды, мы машем девяткой над головой. И сосуды головы. То же самое инсульты, сотрясения, машем девяткой с домиком над головой. Домик из любых, вообще любых, своих. Следующее, что я могу показать, глазки. Глаукома, катаракта, отслоение сетчатки, дистрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, дальнозоркость, бельмо на глазу, проблемы с сетчаткой. То, что угодно. Берете специализированный корректор «Чистый взгляд» или еще лучше «Чистый взгляд 2», зелененький, и машете. То один, то другой. Учтите, глаза – это парный орган. Даже если проблема с одним, и второй видит хорошо, все равно машите оба. Или так, или то так, то так. Вопрос? Хотел сказать просто «Чистый взгляд 2». Я недавно операцию сделал. И в Санкт-Петербурге, я хирург, который делал, пользовался ну, простыми корректорами делал. И получается, это особо не хотели сделать вообще глаз. То есть как бы оставили целиком. И все. Очень хороший. А через год пользовался корректорами. Нет. И уже сказали, что можно сделать. И они меня сделали. Так хирурги были в шоке, когда это самое после операции я сразу увидел. Ага. То есть это самое только волос закачали, я сразу увидел. А потом еще была интересная штучка. Вот хирург сидит, это самое. Ну, ты бы вышел заведующий... перед теми, а? Давай-ка сюда. Заведующий тоже, это самое, заведующий отделением стоит, это самое, ну все. У меня сетчатка, она неровная немножко, как бы, это самое, ну, пузырьки. Я только, сколько, ну, полдня, да, это самое, день. Согласен. Чистым взглядом. Но это самое, чистым взглядом и простым еще, золотым подделом, у меня она расправилась. Они говорят, как так, говорит, не может быть, блин. Вот, 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 вот. Причем вот очень сложно. Они говорят, это сам, как, говорит, вам, говорит, это, чем, говорит, занимаетесь? Я говорю, так вот, вот этим. Ну, говорит, чудо, ну, не, говорит, не верю. Вообще не верят. Да, спасибо. Напишите мне все, что вы сказали, с телефоном своим. Понимаете, что телефон, и вот то, что вы рассказали. Прям без вопросов у меня это спасибо. Спасибо. Поймите, врачам очень сложно. Они видят то, чего быть не может. Видят это. Косточки? Как это косточка? Вот я вам расскажу случай. Выходит мужик, у него ожог. Ожог 20 лет зудит, вот зуд такой, чешется. Он говорит, я чем не помажу, оно проходит, потом опять зудит, я уже не могу, меня это достало. И вот это ожоговое желтое пятно, и от него такие килоидные выпуклые рубцы идут. Я говорю, ой, все, что скоро, все, что на коже, девяточка помаши, сейчас быстренько пройдет. Вскакивает женщина, как заорет на меня. Да тут жулики собрались, это я жулик. Да я врач, да у меня стаж 20 лет, да это же килоидное образование, да их ничем, кроме как операции.
Но я уже настолько к этому привык, что абсолютно спокойно говорю. Нам всем повезло, у нас присутствует врач. Выходите, смотрите, что будет происходить, и будете как эксперт комментировать. Она выскакивает и говорит этому мужику: вам надо мазать, и что-то медицинское называет. Он говорит: да я мажу этим, оно сейчас не зудит, потом опять зудит. Я говорю: так, вы смотрите молча, а ты давай молча маши. Он начинает махать девяткой, и через минуту, ой, говорит, меньше зудит. Еще через минуту, еще меньше. И через 3-4 минуты не зудит. Говорю: маши. Он машет. Еще через 3-4 минуты ожоговая желтая становится нормального розового цвета. Говорю: так смотрит. Говорю: маши, маши. Этот машет. И тут эти килоидные выпуклые начинают уменьшаться, расползаться, уходить. Как она обиделась. Как она насупилась. Губки поджала, пошла, села. Молчит. Я молчу. Выходят у меня люди с венами. Я их так ставлю, чтобы зал видел, 4 ноги. И они машут девятками, вены заходят. Она встает, подходит ко мне и тихонько, чтобы никто не слышал, говорит: дайте мне девятку. Уже не журите, уже дайте мне девятку. Говорю: надо только воды выпить. Выпила воды, пошла в конец зала, чтобы никто не видела. Села и вот так машет. Я смотрю и думаю. Когда болит горло, я говорю: помашите девяткой, и боль пройдет. Но я сегодня про горло ничего не говорю. Что она? Ну, машет и машет, господи, у меня там суставами вышли. Но время засек. Проходит 20 минут. Она подходит ко мне, отдает девятку и так же тихо на ушко говорит: у меня аневризма стала вдвое меньше. Кто не понимает, аневризма — это жуткая вещь, когда сосуд раздулся, как шарик, и в любой момент может лопнуть, потому что стенка истончилась. Вот Андрей Миронов на гастролях при Балтике умер, у него аневризма лопнула, инсульт, и не спасло. И я ей отвечаю: так, идите отзыв пишите, и стаж не забудьте указать, а то жулики собрались. Дальше что я могу показать? Глазки я сказал, ушки я сказал. Теперь я могу показать, как наводить красоту. Хочет кто-нибудь? Можно. Можно. А если есть такой ангиостома, тоже это? Так, дело в том, что я не врач. Ага. Я просто шибко умный. Это видно? Вот почему-то во всех городах хором говорят: видно. А в Одессе я пошутил, говорю: видно? Мертвая тишина в зале и чей-то голос: а надо! Вы мне скажите, что это? Сосуды или что? Нет, вот вы назвали диагноз. Как написать, что ангиостома на печени? Печени? А что это? Паразит. Нет, это не паразит. Так, а врачи есть в зале? Какой диагноз еще раз? Повторите еще раз. Ангиостома на печени. Это тоже как увеличение, вроде как сосудистое что-то, вот как вот это. А, может, гемангиома? Гемангиома можно? Да, это гемангиома. А, гемангиома. Рассказываю про гемангиомы. Рассказываю про гемангиомы. Компания «Центр регион» 10 лет подряд, компания 10 лет и 10 лет подряд проводит каждый год научно-практические международные конференции врачей, где врачи читают доклады, показывают слайды, томограммы, результаты исследований и так далее. И вот на второй конференции 9 лет назад самый последний доклад врача Сибатова, у которого, он мне рассказывал, он строил дом, и ему на голову упала сверху доска. И через 3 года он ослеп. Почему ослеп? Гемангиома – это разрастание сосудистой ткани. Давило на зрительный нерв, и он приводит в этом докладе отказ от госпитализации и томограммы. Первая томограмма, когда у него скула, вторая через месяц на 3,5 сантиметра меньше, и через 3 месяца ничего нет. И вот я пошел в Питере, в музей тела человека, где берут в этой самой военно-медицинской академии имени Кирова трупы, заливают пластмассу, застывают, и получаются изумительные анатомические образцы. Для чего? Посмотреть, что такое киста, что такое гемангиома. И там показан мозг, разрез и как клубок змей сосуды. И до меня дошло. Вот я врачам рассказываю. Приходит девушка, у нее гемангиома, такая синяя шишка. Она у меня на глазах машет девяточкой, и шишка меньше, меньше разбилась на 2 части, одна часть ушла и уходит там на глазах, там за полчаса процентов 70. Но я гляжу вот на этот мозг с этими клубком змей, и я понимаю, что любой врач скажет, что я сумасшедший. Как оно может уходить? А оно уходит. То есть надо брать и махать. Девяткой с домиком. Александр Кимович, у меня вопрос. А почему вот махание более эффективно, чем, допустим, просто приложить и держать корректор? Вот объясните. Потому что Кольцов сказал 9 лет назад. Корректор полежал, и он как бы засыпает. Надо передвинуть. То есть вот кровоток, вы приложили, он улучшился, а потом все застыло.
А когда вы передвинули, он опять улучшился. Опять. И когда мы делаем так, он... Перемещает, да? Да. Эритроциты очень усиленно работают. Вот почему. То есть получается, если вот в такой зоне, то вот он туда-сюда болтается, получается, что он постоянно... Лучше. Да, да. Вот мужикам удобно в пиджаке носить пятерочку. Вот моя пятерочка. Потому что пиджак туда-сюда ходит в течение дня. Это на лекции застегнутый. И так ходит, да. Вот у вас этот метод научным образом называется махание. Импульсно-динамическое воздействие. Можно вопрос? Имени Акселерода Александра Ильича. Хотел спросить, а на вентилятор можно поставить? Можно. Любое движение усиливает эффект. Дальше идем. Перелом, сшито плечо, там пластина. Ну, как-то вот отек, ну, это у родственника. Отеки убираются 15-м домиком. Суставы это 10-м. Если вшита там пластина, там это можно? Неважно, можно. Можно. Залом заживать будет лучше, конечно. Домиком, нет. Домик усиливает тот, которым машем. Угу. Еще раз, если сустав, 10-ка. Если операция, там сшивали, это 9-ка. Ну, сам шов. Ага. Нет, ну там внутри все делали. Машите и то, и то. Ага. Так, ну и я начал говорить, что я могу красоту показать, и как-то дамы проигнорировали. Есть? Показывайте. Иногда мужчинам дают. Неважно, подтяжка будет видна, перекосит. А вот такая маленькая шишечка может уйти? А что это? Что врачи говорят? А сказали, что не надо трогать. Нет, а что это? А я не помню, уже давно. Бородавка или что? Много лет. Папиллома, скорее всего. Нет, папиллома не другие. Ну, помашем. Да, 15-ю с домиком, помашем. То есть, если это кожная, помашем 9-ка. Если это шишечка, да, какая-то, помашем. Помашем, да. Да, я повторяю, есть корректор номер 7. Когда вы делаете им вот так, происходят невероятные вещи. Есть такой термин блефаропластика. Я не знаю, как в Тюмени, но в Москве эта операция, когда поднимают все вверх, стоит 120 тысяч рублей. А тут вы просто машете, у вас бровь идет вверх, глаз становится шире, ярче. Радужная оболочка становится как в молодости, как в детстве, такой яркой. Я это называю, возвращается блеск юности. Но одна женщина сформулировала гораздо лучше. Она посмотрела в зеркало и говорит, о, говорит, глаз стал блудливый. Морщинки здесь исчезают, носогубная складка разглаживается, уголки губ вверх, губки такие... упругенькие и подтяжка, невероятная фантастическая подтяжка. Это семерка. Семерка. Без домика? С домиком еще, я думаю, без домика. Потому что кожа близко, только надо поближе, не где-то там. Можно с домиком, будет еще лучше. Но я повторяю, даю без домика. А если вы вот так будете делать, вот так, то грудь подтянется, станет востренькая, как в девичестве. А если вот так будете делать... Рассказывай анекдот. Если уже поставлен диагноз, да, молодой девушке, о том, что у нее проблема с трубой забита, значит, это может что-то как-то подействовать? Ну, смотрите, на каждой конференции очень хорошие доклады из Перми, они гинекологи, они с беременности, там чудеса происходят. Надо и антипаразитарку, и махать, да, вот шансы появляются, причем оперировала ее ученица и ей рассказала, что труба, которая была забита и не могла беременность наступить, она наступила. Вот. Да, можно взять эти доклады, доклады продаются, вот 10-е, 9-е. А где они продаются? В офисе, закажете, вам из Москвы пришлю. А хорошо. Чем отличается с 5-м элементом? Они мощнее. Просто мощнее. Просто мощнее. У меня все 4-е, как работало, так работало. 64 раза. Я вот анекдот вспомнил, хочу вам рассказать, посмотрел. И про случай, когда вот меня попросили пощупать, я пощупал. Сначала анекдот. Маленький молодой лосенок впервые в жизни выходит из чащи на солнечную поляну и видит невероятно красивую зеленую травку, невероятно красивое желтенькое солнышко. А посреди этого великолепия стоит что-то вообще невообразимо красивое с огромными ресницами. Он робко подходит и говорит, здравствуйте, а вы кто? И это невообразимо красивое ему говорит, я корова, большое вымя, а ты кто? Я отвечаю, а я лось. Просто лось. Это первое. Второе. У меня был случай в Оркуте.
Я приехал в Воркуту перед 8 марта и решил сделать женщинам подарок. Там зал амфитеатром по 4 сидят. Я даю 4 семерочки. Еще у меня был приборчик, который вращает. Говорю, давайте. 20 минут в одну сторону, посмотрели в зеркало, вторую и передали, чтобы все успели. Пока 6 часов лекция идет, посчитал, что успеваю. Проходит 20 минут, они в зеркало, друг на друга, у всех бровка вверх, глазик шире, ярче, это ушло, это разгладилось, подтянулось. Довольны, вторую сторону сделали, передаем. Трое передали, а четвертая, как не слышит. Вот у нее семерка привязана, и она, значит, сидит. Я это книжа говорю, вы знаете, я хотел бы, чтобы все успели. Передайте, пожалуйста. Игнорируют. Меня игнорируют. Это с виду такой, белый и пушистый. А когда надо, я говорю, так, взяли и передали. И вдруг она вскакивает, как заорет на меня. Не отдам! Мне надо замуж! Не отдам! И 4,5 часа. Иду. Ржет, я сдерживаюсь, она работает. Ну, уже лекция заканчивается, говорю, ну все, показывайте, встает. Встает, все ахнули. Значит, женщина там далеко за 50, идеально все натянуто, вообще ни единой морщины. Кожа красненькая, как первый солнечный загар. Вообще все идеально, грудки стали, как в юности, остренькие, а тут кубики. Вы понимаете, все ушло, кубики. Проходит 2 года, я приезжаю в Воркуту и вспомнил. Ну, посмеялись. И у меня 3 города на Волге. Подряд идут один за другим. И я там рассказываю, что вот я был в Воркуте, там был такой случай. И даю, значит, женщине с лицом поработать. И я вижу, она так на меня косится и туда же. Я говорю, вы что делаете? Она спрашивает, а что? Вы же корректор, да будете до середины груди. И у вас сверху подтянется, а снизу будет висеть, как там у мужика что-нибудь. Вы уж делаете так всю грудь. Говорит, можно? Говорю, можно. Только выйдите, пощупайте, мне напишите отзыв. Там, у меня про опухоли уже 300 было отзывов, про грудь ни одного, но одного мне хватит. Она, значит, помахала, встала в 20 минут, зал видит, бровка вверх, глазик шире, ярче, тут это самое, тут подтянулась. Вышла, заходит, довольная, сидит и говорит, грудь подтянулась, стала плотнее. Все, пиши отзыв с телефоном, написала. Следующий у меня город на следующий день. И я это все рассказываю и прочитал отзыв. И тут женщина в первом ряду. Вот как та врачиха, как зовет, я вам не верю, ну типа я вру. Хочу проверить на себе. Но поставил перед залом. Она, значит, помахала. Это всем видно. И она делает так. Ой, говорит, да. Стало плотнее. И вдруг мне, попробуйте. И все смотрят на меня. Что я сделаю? И я вам скажу честно. Если бы она не орала, что я бы отшутил. Ну, пошутил что-нибудь. А тут я думаю, а в конце концов, раз в жизни, не как мужчина, как лектор, имею я право. И я на глазах у всего зала абсолютно спокойно делаю так и так. И тут я обомлел сам. Просто был потрясен. Почему? Она мне отзыв написала с датой рождения. Значит, одна грудь, где она не работала корректором, ну, грудь женщины там 54 лет. А вот вторая грудь, где она махала, это была грудь девушки с острова Маврикий. И я сейчас объясню почему. Лет 30 назад, когда я занимался международным финансовым бизнесом, у меня был партнер, пожилой, много повидавший, болгарин, дипломат, ну, я думаю, он шпион, но неважно, умудренный жизненным опытом человек. И он мне, вздыхая, мечтательно говорил, Саша, говорил, жить надо на острове Маврикий. Я говорю, почему? И он мне объяснял, ты понимаешь, говорит, там такие девушки, она тебя соском заденет, и синяк 2 недели не сходит. И вот она мне пишет 2-й отзыв, и 3-й город на Волге. Я специально попросил выйти помахать лицо женщину далеко за 70, где очень много морщин, чтобы показать, что возраста нет. И я ее ставлю тут и говорю, машите 20 минут, потом в зале скажите, 20 минут прошло, все посмотрите, перейдете на другую сторону. А сам работаю с людьми. И вот там суставы, вены. И я в ней вроде бы спиной, но так краем глаза вижу, что и это туда же. А чего бы не? И я думаю, настоящая жизнь. Вот молодец. Ну, так не смотрю. В зале говорят, 20 минут прошло. Я говорю, ну посмотрите и давайте переходите. И с этими. И вдруг одна вскакивает, глаза круглые. Она на эту тычет. Говорит, можно я скажу, можно я скажу? Я перепугался, что случилось? Я говорю, у нее грудь поднялась. Я так этих бросаю, забегаю и вижу поразительную картину. Вот так. То есть
возраста нет. И я в четвертый раз спрашиваю, кто-нибудь хочет семерку посмотреть? Кроме молодого человека. Посмотрим. Хорошо. Все? Много семерок? Несколько есть. Трое. Можно. Можно. Давай. Почему? Это же время, это 20 минут. Итак, и последнее, что я могу показать, я сейчас буду показывать воздействие. Если кто-то подозревает, что на нем есть, я вам дам поработать. Но очень тогда у меня видно, когда я Семерочку. Остальным потом. Значит, что мы делаем? Сейчас. Что мы делаем семеркой? Внимание. Дома. Будете сами делать, конечно, все лицо сразу. Но мне нужно на вас показать всем, что оно работает. Понятно? Поэтому мы договариваемся, что вы вот по этой линии машете вот так. Чем быстрее, тем лучше. Чем ближе, тем лучше. Рука устала, машите другой рукой, но не переходите на вторую сторону. Ваша семерочка на приборе есть? Ну, мне повезли прибор, да. Это мой прибор. Там, по-моему, семерочка на приборе, там легче махать. Нет, прибор без ничего. Вот же это без ничего? Это без ничего, нет. Не отвлекайтесь. Смотрите, девушки, кто будет махать. Вот по этой линии, вот, одну сторону, 20 минут. Вышли сюда, всем показали, только после этого второй. Договорились? Не переходим. Воду-то выпить. Лицо я не даю пить воду. Вода, чтобы не было обострений. А с лицом не бывает обострений. Так, 15-е. Вот эту машину. Ой, какой вы молодец. Я нашел третью семерку. Кому я еще обещу? То же самое. Одну сторону, да. Только вот, шею не забывай. Так, даю вам 15-ю. А вот так водичку выйдет. Так, кто хочет глазки посмотреть? Глаза. Глаза у меня проблема. Какая? А что с ними? Какая проблема? Скажите, я скажу, что делать. На какую сторону ухо видишь? А что? Астигматизм? А я уже 4 выпила. Хорошо, машина, выходите. Идите сюда. Я еще ничего не говорю. Значит, давайте зафиксируем, как мы видим. Да? Вот у вас астигматизм. Вот или вы меня, или я вам текст сразу проведу. Просто когда текст смотрите, не видите, что мы все забрали по дешевке. Или на зал попали. Я ж не знаю, как это пишется. Хорошо, я буду. Текст дайте посмотрите, все любое. Внимание, мы зафиксировали. Вижу хуже. Запомнили, как хуже? Пьем 4 стакана и делаем вот так. Да, 4 стакана. Нет, все говорят. Тогда я передам кому-нибудь.
Послушай, почему? Да мне ехать потом, и куда с 4 стаканами? Дальше идем. Значит, мы машем шишечку, мы машем глазки, мы красоту наводим. Одну и ту же сторону 20 минут. Помните? Дальше. Позвоночнику. Кто косточку хотел смотреть? Позвоночнику, суставы. Суставы. Иди сюда. Кто косточку хотел смотреть? Косточка ушла? Что с позвоночником? У меня с позвоночником уже относительно нормально, у меня артроз коленных суставов. Пройдите. Больно? Больно, да. Запомнили, как болит? Конечно. Год вам десятка? Она у меня во сне, наверное, помню, что болит. Год вам десятка? Пейте. Ты с чем-нибудь не хочешь выйти? Пейте. Ты уже специалист? 5 стаканов, и я вам дам домик по массе 50 тысяч. Так, смотрите, мы запустили процесс демонстрации и переходим к следующему в программе «Творители». Еще вопрос есть по корректору. Давайте. Ну, вопрос, что-то убрать ты говорил. Скажи, Александр Ильич. Убрать кого? Ну, скажи, одно на другую тему. Ну, у меня со зрением это... Как бы плохо стало совсем недавно. Вот. Но я так думаю, что вначале нужно причину убрать, почему вот это все произошло вот недавно совсем. А вы знаете, из-за чего произошло? Ну, догадываюсь. То есть кто-то воздействовал, да? Да. Так это не чистый взгляд нужен, это нужен золотой. И вы тогда просто говорите плохому зрению. Прости, прощай, отпускаю. Ага. Глазки закрываете, говорите. И либо человека вспомните, подумайте. А если знаете, сразу ему говорите. Или ощущение в теле. Или третий вариант. Образ перед закрытыми глазами. И обрабатываем, говорим эту фразу, прости, прощай, отпускаю, тому, что появилось.